Хиканы, как вы думаете, почему я таким пидорским и страшным голосом сейчас говорю? Да потому что я хочу вам порекомендовать канал. Чувак рассказывает про различную антинаучную ересь. Подписывайся и погружайся в темные пучины мракобесия. Если, конечно же, не зассал. Ссылочка в описании. Компуктер, компуктер, компуктер. Часик урадов, чиферсладос, дорогие хиканы. И сегодня у меня в гостях долгожданный Паша Техник. И сразу хочу оговориться, что о Воронеже мы сегодня говорить не будем. Паша, ты можешь объяснить в двух словах, почему этого мы не будем делать? А потому что в Воронеже нехуй делать. Потому что там в Воронеже слишком такие ребята крутые, которые в двадцатером могут напасть на одного человека. И потом еще даже их обсирают, а они как-то там пытаются себя выгородить. Дай бог здоровья каждому из них, желаю от всей души. Коротко, ясно, лаконично, лапидарно. Короче, поговорим о другом. Итак, Павел, давай поговорим на актуальные темы. И все, все информационное пространство захватило, оккупировало Диана Шурыгина. Ты, наверное, знаешь, кто это. Диана Шурыгина, это которая вторая проститутка после Сычевой. Да, именно так. Паша, нас интересует, всю общественность интересует мнение Паши Техника. Паша, как ты можешь прокомментировать всю эту ситуацию, сложившуюся? Она сказала, что ее изнасиловали, и этого парня, Сергея Семенова, посадили. Сначала суд вынес каким-то нелепым образом 8 лет, ёб твою мать, строгача, и потом они такие: «Ох, нихуя себе, а с кем мы там имеем дело?» И трёшку общего впаяли, например. Вообще я на стороне Серёги. Так. Ну и всё. Да не, ну а чё, если у бабы дыра, блядь, ёпты, мокнет, ёпты. Серёга в чём виноват-то? Тебе не кажется, что эта ситуация попахивает мошенничеством? Тебе не кажется, что... Это понятно, там денег хотят выжить. Да их пизду их. Это говнари эти... Блядь, братан, как сказать? Я честно не увлекался этой историей. Я просто краем глаза вот посмотрел. Ну, бля, это же реально... Это вообще как будто они вообще пиарятся таким образом. Такое ощущение, блядь. Я приводил пример, помнишь эту Карину Стримишу, Карину Сычеву? Вот Карину Сычеву я бы ей, блядь, бы в духовку даже бы пару пирожков закинул. В заднюю калитку постучал бы? И даже бы вратаря бы ей пробил 2 пенальти бы вратарских. Это понятно, это многие хотели бы сделать, но смотри, в Карину вкладывались какие-то определенные средства, понятно, и поговаривают, что там были какие-то наверху, где-то в руководстве ВКонтакте, какие-то связи и все такое, но тоже смотри, три передачи и все, и она звезда, она известнее, чем Паша Техник, чем все топовые видеоблогеры. Паша, где справедливость? Ну, блин, братан, ну она же все-таки такая симпотная. Ты согласись, что ты бы тоже ей в духовку пирожок бы один кинул бы точно. Ну, Паш, понимаешь, я же человек-то особенный. Я человек в свитере 80-х годов. Ну и что, это ничего не меняет. Ну, скажу, Паш, скажу тебе так. Меня возбуждает интеллект. Может быть, это разновидность парафилии, но на тупую мне хуй не встанет. Это моя официальная декларативная заявление. А я не думаю, что она тупая. Она... Я видел много разных стримерш, других баб, и гораздо симпатичнее, чем она. А поведение одинаковое, понимаешь? Они пытаются вот этим, там, то, что они мутюгаются, там, да, что-то там это. Это все... У меня есть знакомая подруга, которая пизду мусолила на этих, понял, за деньги, вот это, как это называется? Ну да, да. Ну типа стримы да, вот эти да. Платные, где бабы там им... Пишут там, я тебе кидаю там доначу столько-то, ты там жопу себе там вилку засунешь. Вот такого плана. Вот у меня подруга такая есть. И она отмазывается до сих пор, что это не она. А она вся в татуировках, блядь, и говорит, что это фотошоп. Я вообще не знаю, нахуй их показывают. А их пиарят, блядь, да ну их нахуй. Меня бы лучше бы показали просто. Ты сказал, ты остановился на том, чтобы лучше бы меня показали, я бы что-то рассказал детям, правильно? Да. А что бы ты рассказал детям? Я бы детям рассказал, что если вот такие дети, у которых пёзды не хозяйки своим, блядь, мозгам,
то пошли они нахуй. Вот я им что сказал. Ты мог рассказать, как не надо жить. Так я тебе могу одну сказать, понимаешь? Это было и будет. И нахуй это вообще освещать, вот эти события. Ну ебутся они, ебутся. Нахуй по телеку показывать. Там Сергей, блядь, Евгений, Сычева, Крычева. Да хуй с ними, кто они такие, блядь? Если бы их не выебали, их никто бы никогда не узнал, блядь. Ебаный в рот. Пошли, да я тебе открою главную тайну. Но зачем, допустим, обсуждать какие-нибудь панамские офшоры, если можно пообсуждать тот самый хвост собаки Алкивиада, кто кого выебал, например? Ну вот я и... Ну у нас страна есть такая, вот видишь, что я могу поделать. Поэтому я и... Ничего, я, блядь, даже вот не удивлюсь, что скоро будет обсуждать там Сычева сувал крокодилу там в пизду, в рот, блядь. Ну это хуйня полная. Они вообще мне не интересны, братан. Первый канал бабушки смотрят, для них там сурды. Это НТВ и Первый канал, это их темы, блядь. Больше никому они нахуй не нужны, ёпта. Спрашивают, где твоя маска? На мне. Я понял, все, вопросов больше нет. Я ее перекрасил, видишь, я ее перекрасил в красный цвет. В цвет тех, кто пытался ее забрать. Отлично. Отлично. Ты видел продолжение истории с Сычевой, той, которой дали на клык в Параше? Видел? Она снова, типа, залетела. У нее парень с Крыма, у них... Их от соли накрыло, мне кажется. Их от соли накрыло. Там пизда. Я даже не могу это обсуждать, это дичь. Но, блядь, их по НТВ показывают. Неужели они настолько популярные, блядь? Ну смотри, вот есть такая теория, выдвинутая мной, то есть, что красивым можно все. Ирочка, действительно, я не знаю, от соли накрыла или от опиатов, но она с прошлого года выглядит ужасно. Если... Она выглядела изначально, по-моему, отвратительно. Ну тогда я еще более-менее. Я не могу это сделать в камеру, я пью просто байховый чай, блядь, и не могу это сделать. Я понял. Ну, я не знаю, может, жизнь ее так потрепала за год, но она выглядит просто ужасно. Нет, ну понимаешь, это пизда, то есть она же понимает, что она позорит на всю страну. То, что у нее дыра там как ведро, блядь, и то, что ее переебло, и она сдала там пацанов, которых петухами, наверное, сделали. Вот, нашла себе какого-то с Крыма там хуеплетов, блядь, в кофте, я не знаю, блядь, секонд-хенда 73-го года, блядь. Да где старый, у тебя гораздо круче. Вот. У меня Гоша Рубчинский. Как, у них там любовь, морковь, они ждут ребенка. Ну дай бог здоровья им тоже. Но это же пизда полная. Я не понимаю нихуя, ёпта. Следующий вопрос о малом росте. Дескать, бабы не дают, потому что я карлан. Паша, развенчай этот миф или наоборот. Бля, старина, да ты чё, дают только так. Я имею в виду про себя. А про этих карланов, ну, блядь. Хуёвым, да? Можно добиваться другим путем, не ростом, да. А... Может, им подворот надо больше делать, я не знаю. Ну, в пандан этому вопросу, вопрос, что делать, если я урод? Как быть? Бля, ну если человек урод, то он, понимаешь, инвалиды находят инвалидов и женятся. Соответственно, и урод найдет уродиху и на ней женится. Даже логика, жизнь. Каждый твари по паре, братан. Ну, ёбаный в рот, сам же знаешь. Хорошо, Паштет, я тогда тебя подведу к другому ответу. Мы ищем же коллатеральные пути. Смотри, да. Ты видишь какого-нибудь жиробаса с вот таким пузом, но с ним рядом модель. И он урод ебучий. Ну, мы понимаем, что он... Значит, у него много мани на кармане. Ответ, все, вот оно, на поверхности. Ребята, хоть вы карлан, хоть вы урод, если у вас есть деньги, все да, будет хорошо. Да, не-не. Если вы даже инвалид одноногий, но у вас в кармане миллионы долларов, то у вас будут, я уже имена моделей не могу назвать, но ты понял, короче, любая соска будет рядом, потому что ей главное что? Мани. Ребята, делайте выводы. Да выводы, я думаю, люди и так все это знают, просто, блядь, кто-то верит в чудо. А я знаю, что чудес не бывает таких, вот тем более. А есть девушки, у которых наоборот много денег, и что в этом случае? Да, кстати, знаешь, какая хуйня? Есть девушки, которые наоборот ищут парней, у которых-то особо-то и нихуя. И, как сказать, являются инвесторами, спонсорами.
Ну, нравится. Может быть, это любовь, может быть, я не знаю. Есть ну, такая хуйня. Есть такая штука, может, фетиш такой или мода, блядь. Есть, есть. Отлично. Следующий вопрос. Играет ли техник в какие-нибудь видеоигры? Братан, я играю в FIFA и в UFC. FIFA и в UFC. А в Dota? Ну я чё, похож на мудака, что ли? Знаешь, бытуют такие, так, бытует такое мнение, что те люди, которые играют в Доту, они подвержены, они приверженцы гомосексуализма почему-то. Я уверен на 1000000%. 100%. Дотеры, гомосеки. Как это называется? Латентные. Латентные, скрытые, подавленные. Ну, конечно же, ребята, мы не утверждаем, мы просто выставим теорию. Не, это только наше мнение, мы не заявляем, не указываем, никого не обвиняем. Но лично мое мнение, то что, блять, одно дело, когда тебе 11 лет, и ты играешь в эту игру, да? Так. А когда тебе 35, и ты играешь в эту игру, с таким же энтузиазмом, то у тебя явно проблемы. Вот так. Будь здоров. А в танки ты не играешь? No. Старина, играю только FIFA 2017 и UFC. Отлично. Я люблю просто драчки и футбол. Могу, ну в хоккей могу поиграть, но я не могу играть в это говно. Ты как раз сказал, что я смерти не боюсь. Тут вопрос о страхах. Пусть Паша расскажет о своих страхах. У меня страх один, чтобы мои близкие люди меня не подвели больше, как раньше. Бывало. Да, у меня уже было не раз, и я не хочу, чтобы это повторялось. Ага, отлично, отлично. Потому что моя нервная система скоро настолько испортится, что я боюсь, что я реально сяду, блядь. Столько пидористей стало твориться, что я уже реально охуеваю от всего, блядь, на свете. Ну, паштет, не знаю, станет тебе легче или нет от того, что в последнем круге ада сидят не убийцы, а предатели. А предатели вокруг, братан, везде. У меня даже моя, так скажем, жена моя бывшая тоже считает, оказалась в этом круге. Поэтому пусть сосет хуй, ей привет, вот она это видео увидит 100%. Кэрин, тебе огромный привет, соси хуй. И все, и все, и всех благ. Ну, не будем о грустном, не будем о грустном. Хорошо, вот вопрос тоже похожий. Отвращение Паши Техника. Что для тебя наиболее отвратительно в этой жизни? Отвратительно, когда люди понтуются, а из себя ничего не представляют. Отвратительно, когда люди доебываются кучей до человека, который, ну, по сути, один там. Ну, ты понял подоплеку, да? Вот. Также меня напрягает, когда просто люди не впрягаются, когда, знаешь, друга пиздит твоего, а твои друзья куда-то убежали. Малодушие. Вот это меня очень убивает. Ну а в целом, ну чё, я хочу, чтобы было уважение всё-таки какое-то. Я лично человек такой, мне похуй, сколько народу, кого пиздят, блядь. Если это мои знакомые, я никогда не убегу, я буду, блядь, до конца и похуй там. Порежут меня, убьют, но я, блядь, останусь с собой, блядь, и не буду куском говна, который потом будет чмыриться, блядь, и прочее, ёпта. Отлично. Никогда ни от кого не бегал, блядь, никогда не было такой хуйни, понимаешь? Павел, у тебя сегодня невероятно философское настроение, такое, я бы сказал, есть дистемия, а есть дисфория. Вот у тебя такое злобно-тоскливое настроение сегодня. Ну я немножко грустен сегодня, братан, но мне просто я вот вещи жены сейчас собрал. Жду, когда она приедет, чтобы она их забрала. Потому что как бы я расход с ней леплю, вот. И у меня немножко такая, знаешь, депрессивное такое настроение. Грустно. Есть грустно, повод погрустить. Есть повод погрустить. Ну я, знаешь, не из-за нее, а из-за того, что я провел время... получается, с куском говна, вот так скажем. Хорошо, давай не будем об этом, не хочу сыпать соль на рану, не надо, хорошо. Да не, братан, ты чё, мы же не слушаем песню эту, всё нормально. Давай идём дальше, хорошо, вопрос о суперспособностях, если бы у тебя были какие-то суперспособности, какие способности это были бы?
Я хочу летать над домами и стрелять, как Лю Кэнг, фаерболами. И все. Больше... А, и как Рейден исчезать, в одном месте появился, из другого вылез. Как бы ты не хотел умереть? Утонуть. Это страшно, это страшно, конечно, да. Отлично. И знаешь что? И задушиться. Да. Мы не можем это знать, но я чувствую, что это очень хуёво. Самая лучшая смерть — это когда вот это вот во сне умереть, мне кажется. Я с тобой соглашусь, без мучений. Ну вот. Твоё жизненное кредо, девиз? Мой девиз — не быть пидорасом, быть самим собой, блядь. И тогда всё будет в жизни нормально. И похуй на все эти невзгоды там. То, что там люди друг друга там бросают, кидают через хуй, обижают там. Ты, главное, должен быть самим собой, и все у тебя сложится. То, что карма, братан, помнишь, мы же общались по этому, ну, в прошлый раз, по поводу этих всех эзотерических штук. Вот. Есть такой фильм охуенный, «Облачный атлас». Вот он показывает примерно весь этот вот смысл, который я хочу и объяснить. Поэтому проще посмотреть этот фильм и понять то, что ты в этой жизни можешь быть супер крутым, но по-любому есть такая хуйня, ты переродишься, блядь, и будешь потом, блядь, улиткой, которую нахуй пяткой, блядь, прожмут, и все, и ничего, и все, жизнь закончена. А дальше ты вообще хуй знает, что будешь, блядь, пучок говна, блядь. В бесконечности. Отлично. Вот такая вот от меня философия. Ты смотришь аниме? Как ты относишься к анимешникам? Не-не-не-не-не. Знаешь, что я смотрел? Grain Dizer. Ну вот это охуенно. Остальное не канает. А как ты относишься к анимешникам? Честно, не понимаю. Ну, бля, нравятся мультики, смотрите, но... как понимать анимешник? Что это значит? Человек, анимешник, который одевается как анимешник этот? Ну, помнишь, мы с тобой обсуждали, как его отпиздили тоже. Сейлор Муна, блядь, или как это понять? Косплей, да. Честно, не понимаю. Это японская хуйня, но в России это пиздос. Отлично. Хорошо, теперь тоже такой вопрос... И сразу хочу сказать, ребят, мы против того, чего я сейчас, что я сейчас скажу. Слышал о такой игре «Синий кит»? Нет. Ну хорошо, смотри, вот допустим, я пишу у себя хэштег такой «Синий кит» или «4.20», или «Разбуди меня в 4.20». Короче, я пишу определенное слово, и мне пишет человек, который ищет меня по этому хэштегу, и дает мне задание. О, слышишь гудок? Ну что-то слышно. Да, да, это у нас гудок на заводе, но не суть. Хорошо, сейчас. И человек... Это завод пара, что ли, бро? Нет, это гудок на заводе, но это долгая история. Вот, ладно. И смотри, человек связывается с тобой и дает тебе определенное задание. Ну, допустим, вот, Паша Техник, а возьми сейчас, сорвись и перебеги перед носом машины, например. Так, чтобы... Не, я понял, о чем ты говоришь. Не, братан, ну, мне не столько лет, я уже не... Ну... Я не понимаю, я знаю, о чем ты примерно имеешь в виду. И в конце обязательно там суицид. Вот такой. Хиканы, ребята, мы против этого, мы... Не-не, братан, это сразу нет, потому что... Ну это пиздец. Это пиздец. Ну и ты понимаешь, кто основная целевая аудитория этих людей, которые пишут? Малолетние уебаны, блядь. Безмозглые. Да долбоебы, дети, у детей психика-то слабая, понимаешь? Кому это надо? Кто это? Заговор масонов? Или что это? ЦРУ? Кто за этим стоит? Да это, мне кажется, какие-то долбоебы просто придумали и пустили в массы. Ну, какие масоны? Мы масон... Вот ты видел масонов вживую? Ну, понаслышке или где-нибудь по телевидению. Ну, вот и я тоже понаслышке. А может быть, их и нет. Так же, как и нету инопланетян. Так же, как и нас с тобой нету. Может быть, это всего лишь... цифровая запись какой-то хуеты. И нас с собой вообще не существует. Вот и все. Они хотят мне задать все вопросы интересные, там неинтересные. Ну, какие-то вопросы вообще там штук 100-200 набрать.
Я поотвечаю вообще от души. Итак, дорогие хиканы, сегодня у меня в гостях был Паша Техник. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, серьезные, несерьезные, то пишите, оставляйте в комментариях. И, ребята, если больше не задавайте вопросы о Воронеже, надеюсь, Паша раскрыл тему эту полностью, и больше мы на нее не будем беседовать. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте классы, подписывайтесь на канал Хиканана Баван, донайте с бабули на вещпакеты, заказывайте рекламу Сигны. Слава нам, Бабулислава, до новых встреч. Пока. Пацаны, пишите всем, пишите Хикану, пишите мне, пишите всем. И бабулю не обижайте, Хикана. Всем ЗОЖ на крестах, до новых встреч, пока. Яу.